Мама загремела на самокате, вы особо этого не видите, но у меня припухла и посинела рука. Ладно, иду готовить ужин. Маш, ты уже хочешь спать? Нет. Я вижу по тебе. Будете спать? Конечно. Кушают, да? Рыбка осталась. Маленькая рыбка там. Я вам чистить зубы. Сам, сам. Захар, мы тебя тут ждем. Спать уже хочется. А теперь время. Всем привет! Сегодня у меня свободный вечер, на часах без 10:09, мальчики уже спят, и сегодня в качестве исключения я одна дома, то есть кроме детишек никого нет, и я хотела бы посвятить этот вечер себе, устроить себе домашнее спа, показать вам, что и как у меня тут происходит. Ну и, конечно же, мне очень хотелось бы, чтобы это видео было для вас мотивацией, чтобы вы тоже достали все свои баночки и посвятили время самой себе. Когда у меня детки были маленькими, я именно так и поступала, и с тех времен ничего не изменилось. Я не очень люблю ходить к косметологам. И вообще, я рассказывала о том, что не люблю, когда мне кто-то делает массаж. Я в этом плане довольно странная. Сейчас я уберу волосы. У меня есть такие зажимы, очень удобные, и смою косметику для того, чтобы нанести все масочки. Поболтаем с вами немножко. Я надеюсь, что по ту сторону экрана вы делаете то же самое. Вот так. Я сейчас возьму свой мицеллярный крем от марки Pio. Я только знакомлюсь с этим брендом, но вы мне писали, что прекрасно знаете эту косметику. У меня есть несколько кремов и такое сухое масло. Раньше я пользовалась обычной мицеллярной водой. Сейчас вот пытаюсь перейти на что-то более нежное, потому что как-то после зимы, в начале весны, кожа у меня еще более пересохшая. Наношу на ватные диски, растираю средство на 2 и прикладываю к глазам для того, чтобы смыть тушь. А дальше буду пользоваться гидрофильным маслом. Иногда, знаете, мне не хочется играться и просто растираю все вот это вот по лицу при помощи обычного гидрофильного масла и дальше смываю в душе. Ну, раз у нас с вами домашнее спа, вы сегодня у меня в гостях, можно сказать, то давайте все будет как-то более культурно, что ли. То есть я не каждый день устраиваю себе такие бьюти-ритуалы, потому что я не маньяк, но иногда хочется. Дальше возьму свой бальзам для демакияжа от марки Clinique. В один момент оказалось, что у меня столько открытых баночек. Я взяла себя в руки и решила закончить начатое. Здесь у меня буквально на дне. Долго им пользуюсь. Если вы не хотите заказывать что-то корейское, просто пойти в магазин и купить, то вот этот очень классный. Это один из первых бальзамов для демакияжа, который я попробовала. И вы знаете, да, он ничем не уступает корейским. И вот видите, на сухую кожу я наношу небольшое количество. Можно даже меньше, но я как-то никогда не жадничаю, что касается гидрофильного масла, потому что мне хочется прям все смыть. Вы потом мне скажете: «Оля, ты трешь лицо». Ну, вообще,
Ну, я хочу быть с вами такой, какой я есть в реальной жизни, потому что так, растворяю гель для бровей от Lancôme, он такой железобетонный, что бровям надо уделить отдельное внимание. Ну и вот таким образом, я понимаю, что все это выглядит страшно, но поверьте мне, что ваша кожа потом скажет вам спасибо. Ну вот в таком виде я всегда отправляюсь в душ и смываю все это дело со своего лица водой. И в качестве второго этапа очищения я всегда использую любимый гель для умывания. У меня это Айзенберг. Я им пользуюсь с сентября, и он еще у меня не закончился, потому что здесь очень удачный дозатор. И в принципе небольшого количества средства достаточно для того, чтобы смыть косметику даже без гидрофильного масла. Но для меня двухэтапное очищение, то есть гидрофильное масло и гель, это просто святое. Я заметила разницу в своем уходе и уже на протяжении нескольких лет поступаю именно так. Этот гель для умывания не пенится, он не имеет запаха, он не сушит кожу. И в принципе достаточно даже одного нажатия, но я не жалею и всегда нажимаю три раза, и даже при этом он мне служит так долго. И поэтому я считаю, что именно в случае вот этого геля для умывания и качество соответствует цене, и цена соответствует качеству. То есть все оправдано, я уже заказала себе новую баночку, но на всякий случай. Вот у меня лежит такая пенка для умывания, правильно, у меня же голова не особо соображает в это время, от марки La Roche-Posay, это мицеллярная пенка. Ею я пользовалась, ну, наверное, раза два, то есть это моя третья упаковка, тоже очень классное средство. Все-таки гель от Айзенберг еще более нежный, но если вы ищете что-то более доступное, я не говорю самое бюджетное, но просто это очень хорошее средство, которое я советовала уже много-много раз на своем канале и до сих пор считаю, что оно заслуживает вашего внимания. Сейчас я иду принять душ и потом вернусь к вам, продолжим с масочками и со всем остальным. Я уже к вам вернулась. И, кстати, девчонки, если у меня нет времени, желания, сил, терпения, в конце концов, не знаю чего еще, я стараюсь совмещать все свои бьюти-процедуры в одну. То есть, к примеру, я знаю, что мне надо побрить ноги, поэтому я заранее наношу маску в душе, потом выполняю все свои женские дела и выхожу из душа уже красивая, в кавычках. Ну а сегодня у меня домашняя спа, и есть несколько вариантов развития событий. Я обычно смотрю в зеркало и приблизительно понимаю, в чем нуждается моя кожа именно в этот день. И кроме того, что я красная после душа, это вот этой лампы, за окном темно, поэтому без нее никак. И я вижу, что у меня назревают некоторые воспаления, но зачастую я использую разные маски, потому что не всегда мне хочется пользоваться чем-то агрессивным, очень сильно очищающим. И вообще такие маски надо использовать от 1 до 2 раз в неделю максимум. Я покажу вам свои любимые маски для легкого очищения, то есть для поддержания кожи в хорошем состоянии. Они не пересушивают ее, они просто дополнительно за ней ухаживают. Немножко стягивают поры. Также есть кислотные маски, которые отшелушивают омертвевшие клетки. И среди них, конечно же, есть корейский пилинг, о котором я недавно вам рассказывала. Очень классная маска, которая постоянно со мной от Andalou Naturals. Еще дермалогика, нежная, но действенная. То есть вариантов есть масса. Это только то, что я вот в первую очередь вспомнила, принесла и поделилась с вами. И у меня также есть третья категория очищающих масок, которые я использую в те дни, когда вижу, что на лице назревает что-то не совсем хорошее. То есть могут появиться высыпания. Сейчас именно такой момент. И здесь, и здесь, и здесь. Почему именно перед поездкой что-то такое происходит? И в такие моменты я использую или маску от Glam Glow, или вот эту от La Roche-Posay из линейки Effaclar. Effaclar Duo – это просто мой must-have, и сегодня я нанесу его точечно. Но пока что на все лицо пойдет вот эта маска, а чтобы область под глазами не скучала, я покрою ее маской от Jaya. Она, к сожалению, продается только в фирменных салонах марки Jaya, и, скорее всего, только в Польше она есть в свободном доступе. Но если вы все-таки бываете здесь, то советую к ней присмотреться, потому что она очень хорошо питает область под глазами. И я понимаю, что все ждут сейчас, вы знаете, какой-то очень красивый ролик, где я вся такая нарядная,
чуть ли не с макияжем после душа, но я покажу вам, как это все происходит на самом деле. Я обычно смотрю в зеркало, давайте я все-таки это сделаю, наношу таким плотным слоем и на веки, и под глаза. Ну а пока маски работают, я по-быстрому нанесла баттер для тела от Биэлита. Состав у него так себе, но он действительно очень хорошо ухаживает за кожей. И также заварила себе зеленый чай. Это действительно перемолотые листья зеленого чая с молоком. У меня эта версия с тростниковым сахаром, и кто-то говорит, что он сильно прям бодрит. Я ничего такого не заметила, поэтому даже вечером пью этот напиток и потом сплю как ребенок. Пришло время смывать маску. Честно говоря, в душе все было бы проще, но сейчас я намочу вот этот спонж в воде и аккуратно все смою. Теперь, когда я уже отделалась от маски, я нанесу увлажняющую эссенцию от марки Миша. Производитель говорит о том, что это именно первый шаг в уходе, но вы также можете воспользоваться вашим любимым тоником. Я перелила ее в такую удобную упаковку, расход теперь в 150 тысяч раз больше, но зато мне удобно. Губы тоже не мешало бы чем-то увлажнить, у меня есть вот такой бальзам от марки Lumene. У него коралловый оттенок, и я всегда использую немножко, потому что когда перебарщиваю, то такой какой-то странный цвет появляется на губах. Вот. Мне, наверное, просто не идет именно этот оттенок, но если так чуть-чуть нанести тонким слоем, он хорошо увлажняет губы, больше в принципе и не надо. И предпоследнее на сегодня, я вас очень сильно прошу, после таких глубоко очищающих интенсивных масок обязательно воспользуйтесь каким-то более питательным кремом для лица. Это может быть и ночная маска, я недавно показывала вам Laneige, или у Origins, очень хорошая моя любимая зеленая Benton, это тканевая маска, или Too Cool for School. Опять-таки вариантов есть множество, но недавно на Makeup Store, это интернет-магазин, который отправляет разную косметику, как бюджетную, так и люксовую, и натуральную, корейскую, у них есть все, и они отправляют в Польшу и в Россию. Это такой витаминный коктейль, очень сильное увлажняющее средство, у него, кстати, хороший состав, и я его подсмотрела у своей подружки. Есть один момент, у него очень сильный такой ванильный сладкий аромат, если вы такое не любите, то это единственный минус, потому что и цена, вообще я очень люблю марку Monacomi, и органовый крем под глаза использую от них же, и это средство вы можете использовать и как маску для всего лица, и как ночную маску под глаза в том числе. Также в качестве сыворотки вы можете нанести на все лицо, потом, к примеру, остатки убрать при помощи салфетки, или если у вас все практически впиталось, то можете так лечь спать и тонким слоем, и более плотным. Ну и то, что это сразу маска под глаза, это, конечно же, плюс. Я обязательно оставлю ссылку на вот эту маску и также на все то, что я сегодня упоминала и что можно будет приобрести на Makeup Store и Makeup.ua. Вы обязательно, как обычно, найдете в инфобоксе. И это еще не все. Последнее — это конкурс для вас, который мы устраиваем совместно с Makeup.ua. Сейчас, секунду, завершу с маской. Я всегда сама выбираю подарки для вас и настаиваю на том, чтобы они были подороже.
И я уверена, что вот этот набор для домашнего спа подойдет и понравится той из вас, которая выиграет его. И что же входит в состав приза в этом конкурсе? Ну, точнее, это даже не конкурс, а розыгрыш. Моя самая любимая сыворотка под глаза – это антиоксидантная бомба. Если вдруг победит моя молодая зрительница, то ты сможешь подарить ее своей маме, бабушке. Это очень-очень классное и действенное средство, о котором я уже и так вам все уши прожужжала. Я выбрала для вас гидрофильное масло от марки Shiseido. Я сама хотела его попробовать, много чего хорошего слышала, и это все-таки азиатское средство. Я считаю, что они самые лучшие. Пилинг для лица от марки Lancome из линейки Energy Davi. Он нежный, он не травмирует кожу, и даже если вы не любите пилинги, то он точно вам понравится, потому что он очень бережно отшелушивает кожу, и он подойдет любому типу. Также последнее средство – это гамаш от марки L'Occitane. Я сама скоро буду знакомиться с этим брендом, и вы будете первыми, если вы вдруг еще ничего не пробовали. Это средство для тела, я сегодня пользовала, но зато подарю вам. Я надеюсь, что конкурс вам понравится, и вы оцените такой более живой, настоящий формат, потому что я тоже могу снять красивое, коротенькое видео, но мне захотелось чего-то более душевного. Мое домашнее спа потихоньку подходит к концу, и сейчас для полного расслабления я иногда пользуюсь спреем для подушек. Мне его подарили на 8 марта. Он идет с разными аромамаслами. Здесь и ветивер, и дикая ромашка, еще и масло лаванды. Не знаю, что такого он делает, но действительно я лучше сплю, если малыши не просыпаются. Потому что у нас Игнашка недавно болел, и, конечно, ни один спрей мне не помогал. На этом все. Еще на зону на лице, где могут возникнуть какие-то высыпания, я нанесу Эфаклар Дуо и отправляюсь ко сну. Все, всех целую, обнимаю, пока-пока.